Всем привет, ребята! Вы на канале «Своими руками», с вами я, Савонтий. В этом ролике мы будем менять масло в АКПП 6F35. В данном автомобиле это Ford Escape 17 года. Пробег на сегодняшний день 88 с небольшим тысяч. Начитался я форумов. Производитель говорит, что здесь масло вообще не меняется в коробке, но все-таки решил его купить. И методом подмены, либо частичной замены, поменять масло. Масло буду доливать, ну, либо замещать вот таким. Это Mercon LV. Это американское масло, которое рекомендует производитель данного автомобиля. Там уже в современных автомобилях идет допуск вот этот LV. А раньше был просто V. LV означает более текучее или менее вязкое. Подойду к вам поближе. Вот такая вот канистра, вот такое вот масло. Здесь 5 кварт или 4 литра 730 грамм. Вот его должно слиться где-то там около 4-4,5 литров, по-моему. Ну, посмотрим, сколько сольется, столько же и дольем. Здесь нет щупа в этой коробке, здесь только контрольное отверстие. Итак, что нам надо? Машина на яме, прогретая коробка, проехал я там несколько там километров, чтобы масло с гидротрансформатора перешло в коробку, ну, чтобы она нагрелась, чтобы масло было теплое, чтобы поднялась вся муть, весь осадок. Читал я, что и смотрел. Замену фильтра я делать не буду, потому как фильтр здесь всего-навсего пластиковая сеточка для удержания крупных частиц. Смысла менять нет. Если какие-то металлические части есть, то они останутся на поддоне, на магнитике. Так как производитель вообще не дает рекомендаций по замене масла, то я думаю, замена частичная масла в данной коробке 6F35 не будет лишней. И посмотрим на состояние, на качество переключения передач. Сейчас она немножко подпинуется. Встал на яму, снимаю защиту. Защита снимается элементарно. Сзади можете видеть два винта. Они у меня на торксе Т30. Вот такого вот плана. Это задняя защита. Потом идет передняя защита. Еще три винта. Потом вот они, два по краю. И спереди вот раз, два, три и четыре. Вот тоже четыре винта. Все, сдергиваю защиту. Итак, в чем особенность замены масла? В том, что здесь, в этой коробке, нету горловины для залива. Сейчас я покажу. А вот зато есть сапун. Это здесь я сейчас снял. На этом месте стоял воздушный фильтр. Вот он. Здесь просто вот этот патрубок крепится на таком вот хомуте. А эти все крепления, можете видеть, они все на защелках. Вставляется вот одна защелка. Покажу вам эти защелки. Вот одна защелка. Вот там вот. Вот она. Вторая защелка. И третья вот она. Просто вставляется корпус вместе с фильтром. Ну, соответственно, откручиваем еще вот этот вот патрубок. И снимаем вот эту клемму. Сначала красную отщелкаем, потом снимаем. Ну, ничего сложного здесь нет, не буду я показывать. Когда назад, может, буду ставить, покажу. Так, а наш сапун, вот он. Вот, можете видеть, вот он с зелененькой крышечкой. Итак, территориально, где он находится, этот сапун? Вот, можете видеть, патрубок воздушный. И вот под ним сразу отворачиваем вот этот вот. И можете видеть,
Вы можете видеть, вот он зеленый, с зеленой крышкой. Он выполняет роль, ну, как это сапун, так он и есть. На некоторых моделях здесь стоит крышка, которая отворачивается. Вот он, пальцем показываю сейчас, вот он зелененький. Вот это вот надо сейчас все снять. Там... Вот так вот его будет лучше видно. Тут хомутик просто, он, ну, пассатижами разжимается, и попытаемся сейчас вытянуть. Так, все, я тут вокруг вытер, вокруг этого сапуна, потому что тут было все в пыли и в масле, чтобы он был чистенький. И вот получается, вот эти вот эти губки нужно сжать и вытянуть сапун вверх. Так, пробуем. Вот эти губки нужно сжать. Специнструмента у меня нету, конечно же. Сейчас я принесу вторые пассатижи. И вот потихоньку он идет вверх. Все, вытянули. Вон, можете видеть, открылось у нас отверстие для заливки. Вот так выглядит этот сапун. Вот он. Тоже его еще почищу. Вот так вот он стоял относительно коробки. И вон отверстие. Будем туда заливать масло. Но прежде его надо слить. Итак, после снятия защиты вот такой вид имеет двигатель вместе с коробкой. Было обнаружено, что имеется небольшой потек вот здесь, на стыке между вот здесь вот двигателем и коробкой есть масло. Масло это моторное, потому что вот оно такую вот консистенцию имеет. Я особо не доливаю при смене масло, имеется в виду, ну, в двигателе. То есть тут какая-то капелька уходит, я тут иногда подтираю, бывает, от заливки до заливки. Вот такое вот пятнышко. Это сальник коленвала. Я думал, что это идет сальник с коробки, но нет, это масло с двигателя. Я отошел от темы. Вот у нас получается сливная пробка. Вот ее откручиваем и сливаем масло. Сливать я буду вот в такую канистру. 5-литровая канистра, подготовил заранее. Ну и посмотрим. А контрольное отверстие находится вот оно. Вот это отверстие. Плохо видно, конечно, тут под шестигранник. Я когда буду откручивать, вам покажу. А идем на левую часть по ходу автомобиля. Вот здесь привод и контрольная пробочка, вот она. Вот можете видеть, вот там вот она виднеется. Там светом вам вот так вот. Вот она, да. Вот шестигранник. Вот, вот она, вот эта вот, выкручивается. И отсюда вот должно потечь масло. Все, начинаем сливать. Итак, подставил емкость, ключик на 10 у нас здесь. Да, точно. А, не, на 11 обманул, ключ на 11. Тихонько откручиваем. Так, приготовлю сразу ветошь. И вот оно потекло. Да, масло, конечно же. Ну, это не масло, а трансмиссионная жидкость. Имеет цвет такой непрозрачный. Можете сами видеть. Подготовлю на всякий случай еще одну емкость.
Сливать нужно до толщины струи где-то со спичку, как пишут в инструкциях. Итак, вот и все, и заканчивается наша трансмиссионная жидкость. Можете посмотреть, какой вид имеет жидкость и какая сейчас она будет по цвету, когда я буду заливать. Ну все, в принципе, 5-литровой канистры мне хватило. Сейчас я принесу бумажку какую-нибудь. Вот салфетка. И можете видеть, какой она имеет цвет. Грязная жидкость. Еще раз покажу. Вот такой вот она имеет консистенцию. Да, говорят, не надо менять. Это 88 с копейками тысяч. Вот такой вид имеет трансмиссионная жидкость. В коробке 6F35. Вот оно капает у нас. Чтобы сфокусировался. Ну все, я думаю, достаточно. Это уже капли эти ни на что нам не повлияют. Так, все, достаточно скапало оно у нас. Теперь закручиваю пробочку. Так, вытираем и аккуратно убираем нашу жидкость. Все хорошо здесь протираем, и те потеки, которые у нас были до этого, чтобы мы могли потом проконтролировать, как мы зажали. Ну, вот так выглядит эта жижа. Я не буду даже говорить, что это трансмиссионное масло. Посмотрите, на что это похоже. Это черт знает что. Я вообще не знаю, как производитель может не регламентировать замену. Вот такой вот вид. Это по-любому надо будет еще раз менять. Вот такой вот. Ну, вообще никакой прозрачности здесь нету. Все. Теперь вставляем в сапун лейку и будем заливать свежую жидкость. Как я уже говорил, вот такой вот она имеет вид. Меркон ЛВ. Motorcraft, Ford Motorcraft. Вот так вот открывается. Так, ребят, я не буду спорить, оригинал это либо не оригинал. Я в этом не спец, но покупал в проверенном магазине. Вскрываем. Так вот. И сейчас на салфетке покажу, какой вид имеет Можете видеть. Красного цвета, совершенно прозрачная. И сравните с тем, что слилось. Все, ставлю лейку, заливаю. Прежде чем заливать свежую трансмиссионную жидкость, нужно открутить там, где я показал, контрольную пробку. И лить до тех пор, пока оттуда не побежит. И буду, так как я делаю сам, контролировать потихоньку до заливки там 5 литра. Все, бегу откручивать. Итак, ребят, вот она, контрольная пробочка. Вот такой вот вид имеет. Откручивается
вот таким шестигранником. Он у меня называется десятка. Вот 10. Вот он вставляется и откручивается. Тут есть резиновое колечко, резиновое уплотнение. Оно у меня целое, я его оставляю. Но честно скажу, я еле сорвал его. Неудобно там подлазить, но ничего, подлез, сделал. Вот еще раз покажу. Десяточка. Вот такая пробка. Все, подставил я туда вниз емкость, куда будет скапывать, и начинаю заправлять. Приобрел я вот такую вот лейку. Все, вставил в отверстие и буду сейчас заливать. Можете видеть, какой цвет имеет жидкость, она просвечивается. Вот, поближе. Ну и потихоньку начинаем заливать. Контролируем, чтобы у нас нигде не потекло. Берем следующую порцию. Льем потихоньку, потому что воздух идет с этого же отверстия, принимается, чтобы не хлюпнуло. Так, опущусь вниз, посмотрю, все ли закручено. И пробую лить с канистры. Проконтролирую еще раз снизу. Итак, осталось у нас еще два литра. Контролирую снизу. Снизу все пока еще сухо. И льем дальше потихоньку. Так, смотрим снизу. Еще 1,5 литра. Можно еще лить. Хорошо бы это делать вдвоем, конечно. Так, все, снизу потекло у нас масло. Вот, можете видеть, с отверстия, с контрольного, потекло у нас маслечко. Аккуратно подставляем. Все, заливку можно прекратить. Сейчас мы заведем двигатель, прогреем и еще раз посмотрим, что у нас там получилось. В принципе, можно сказать, что замена закончилась. Нужно закрыть пробку здесь и поставить назад сапун. Ну и вот вам, ребят, для сравнения. Вот эта жидкость.
Вот она, прозрачная. И вот какая жижа была залита. Вот можете видеть. Больше разлил. Так что смело меняйте. Сейчас посмотрим, сколько у меня ушло. Вот получается на остатке чуть меньше кварты, либо меньше 1 литра. Ну, где-то 700 грамм. То есть 4 литра у меня где-то слилось и поменялось, обновилось. Следующую замену тоже буду производить в скором времени, там проеду, там 1003 может быть. Либо со следующей заменой масла в двигателе. Так что менять однозначно. Собираю все назад до кучи. Прогреваю в нескольких режимах коробку. Дергаю, может, еще покатаюсь и еще раз посмотрю, заеду на яму, посмотрю уровень. Лишнее сольется, а то, чего не хватает, еще чуть-чуть долью. Все, если был ролик полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!